Внимание! Раз, два, три. Ну что, я вновь рада приветствовать всех участников, зрителей, жюри в нашем зале. Сегодня у нас праздник среди вторых классов. Проводятся веселые старты. Для начала я хочу представить вам жюри. Жюри входит у нас Коновалова Антонина Викторовна, бабушка Алины Кивошиной. Второй доклад. Шаров Сергей Николаевич, папа Шарова Елизаветы. Второй атлас. И Никулина Антонина Анатольевна, мама Никулина Вадима. Второй доклад. Всех участников, именно участников, попрошу построиться по центру зала. Внимание. Команда второго А-класса готова. 5 участников детей и 3 взрослых. Добрый день, уважаемые гости, учащиеся, участники, жюри. У нас сегодня спортивный праздник, где каждый может соревноваться в ловкости, быстроте и меткости. Спорт, ребят, очень нужен. Мы со спортом крепко дружим. Спорт – помощник, спорт – здоровье. Спорт – игра, физкульт – ура! Физкульт – ура! Открыть наш праздник мы предлагаем юным гимнасткам школы. У нас выступает гимнастическая группа «Небесные ласточки». Thank you.
А теперь мамы. Thank you.
Сейчас я предлагаю разогреть. Я смотрю, все разогрелись. Давайте ответим на несколько вопросов. Команда меня слышит? Замечательно. Итак, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Что символизирует 5 переплетенных колец? Один участник подходит, кому и отвечает. Один участник сама. Спасибо, команда. Правильный ответ был объединение в Олимпийское движение пяти континентов. Второй вопрос. Какие звания присваивают спортсмену пожизненно? Чемпиона Европы, чемпиона мира, олимпийского чемпиона или чемпиона России? Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион мира. Замечательно. Так называется олимпийский чемпион, но все команды ответили верно. А кто мне скажет, какой олимпийский девиз? Так, вот здесь моя команда.
и всей дружной командой бегут на старт. Выкладывает обруч на расстоянии вытянутой руки. Следующий по очереди прыгает в каждый обруч, оббегает конус. Возвращается. И последний участник собирает свои обручи, оббегает конус и возвращается назад. Понятно? Всем понятно? Вторая команда. Понятно вам? На старт! На старт! Внимание!
Итак, продолжаем. Внимание! Гимнастические палки, пожалуйста, положите. Сейчас эстафета шуточная. Мячи остаются у вас, большие мячи. Встаньте, пожалуйста, по парам. Но желательно так, чтобы соответствовали росту вашего. По росту примерно, чтобы вы одинакового роста были. Приблизительно хотя бы. Девять человек. Наш один будет не участник. Можно добавить одного человека, если хотите. Тогда на все команды. По одному человеку добавьте, да? Встаньте по парам. Взрослые желательно встать впереди, чтобы видели дети, что делать. Внимание! Вы должны животами большой мяч держать между собой, руки за спину. И прыжками, приставными шагами дойти до финиша и обратно. Готовы? Попробуйте, попробуйте сначала. Можно? Да, вот так, вот так, вот так. Да. Замечательно, Николай, замечательно. Внимание! Дети, вам особое задание. Вы можете держать мяч руками. Взрослые не держат. Готовы? На старт. Да. Вы отбежать должны крышку. Взрослые, слышите? Отбежать, повернуться и назад бегом. Дети руками держат мяч. Точно так же. Дети, можно руками держать мяч. Готовы? Внимание!
Итак, мы немножко отдохнули, продолжаем наши веселые кафеты. Следующая кафета очень интересная. Сейчас приготовим элементар. Каждый направляющий берет по теннисной ракетке и мячик. Направляющий взрослый опять. Чтобы вы видели, что делаем мы. Ракетка маленькая, не этого. Становитесь на четвереньки. И ракетку продвигаете, мячик. До конца. Обратно бегом. Вот, надо даже показать. Готовы? Только туда, обратно берем мяч в руки и бегом назад. Назад. Внимание! Yeah.
команда были великолепны. А сейчас я хочу обратиться к нашим болельщикам. Вы сейчас можете помочь своей любимой команде, за которую вы болеете. Для этого вам нужно будет ответить на три вопроса. Кто даст последний правильный ответ на вопрос, подарит один балл своей команде. Ту, той команде, за которую вам болеете. Болельщики готовы? Да.